этот блюз. Я пою тебе этот блюз. Я пою тебе этот блюз. Вот так вот. Акустический. Добрый вариант. Вечер. А можно басу, басу добавить? А, чтобы я не бас еще. Знаете, я слушал, сидел, думаю, я после этого вечера неделю буду молчать. Так хорошо слова говорите. Вообще, мы так. Классно. Потихонечку. Сейчас я попросил. Скажи только. Ты слышишь нас, нет? Мы играем майку. В моей старой майке. Как ты красива в моей старой майке. Я это заметил еще до того, как мне позвонил нетрезвый Маккартни. Я хотел бы позвать одного поэта, точнее поэтессу. Поэтессу. Инну. У нас уже был опыт когда-то давно чтения стихов. У Алексея с Инной был опыт. Чтения стихов. Я не знал об этом, но был. Я сбоку буду как неопытный. Мы попробуем поимпровизировать, то есть вот это значит. Спасибо большое, ребята. И да, у нас уже кое-что было. Воспользоваться своими морщинами, как сказал Сережа Арчаков на входе, что мы с ним уже деды здесь. Хотя ни я вас не знаю, ни вы меня, но в этом нет никакого смысла все равно. Я не знаю, эта музыка слишком мелодична для моих стихов.
не поможет. Вам поможет только ежедневный уход за кожей и внимательное отношение ко всему, чем вы занимаетесь. Пользуйтесь предметами быта хотя бы несколько месяцев. Поверьте мне, вы не повеситесь. А научитесь совершенно естественно от запаха моря становиться сытым. От звука моря валиться пьяным прямо на песок, в котором зарыты строки и пожелания какого-то Коляна, а также стертые в пыль жители океана, под которыми медленно движутся тектонические плиты, разделяя на части монолит. Однажды вы поймете, что все дома открыты, просто некоторое время не пользуйтесь предметами быта. Будьте внимательны, когда говорите. Не ставьте точек, не досказав важного. Поверьте, совершенно не каждому понятно на вашем иврите. И не пользуйтесь кремом от старости. Это не так работает. Вам поможет только уход за кожей и за всей торчащей из-под нее ментальностью.